Дорогие гости канала, предлагаю нажать на кнопочку подписаться перед просмотром и не забыть на колокольчик, чтобы вам вовремя приходили оповещения о моих новых выпусках. Всем привет! Я Олег Филиппов, и вы вновь на канале «Аквариумисты России». Друзья, но давненько я не выходил, занимался своими делами, был очень занят, ну и, так скажем, не безрезультатно. И спешу вас порадовать еще очередным своим, так скажем, лайфхаком. Трудно выговариваемым словом, но приходится его употреблять. Можно сказать, я улучшаю свой быт, улучшаю свою аквариумистику, придумываю какие-то вещи, которые бы мне помогали справляться с этим, так скажем, приятным и нелегким промыслом, не промыслом, а даже это хобби, так скажем. И в продолжении моих серий, таких, как скажем, серий роликов по поводу вот этих вот нововведений, и сегодняшняя тема будет именно про это. Поэтому как бы многие аквариумисты, ну, не многие, некоторые, так скажем, ну, может быть, и многие, не знаю, что-то тоже придумывают, не сидят на месте, делятся. И кто-то прицепляет шланг к ведру и сливает с аквариума воду, туда она убегает в канализацию, как бы улучшает свой труд и считает, что это для намного удобнее, конечно, чем ведрами носить и выливать. У меня же немного другая система, и до сегодняшнего дня она тоже там была немного примитивная. Я там пережимал шланг, чтобы вода не бежала куда-то, потом там эти шланги везде валялись, там под ногами, приходилось их запинывать под аквариумы. Сегодня я немножко усовершенствовал то, что я давно хотел как бы исправить, потому как, ну, немного неудобно было. И я вам сейчас это все покажу, и все это пойдет, все эти поделки, это как бы в продолжение тех пластиковых краников, если помните, из которых я изготавливал фильтрационную систему для нерестовиков. И вот здесь вот у меня сейчас надо мной будет указание ролика, там напоминание, о чем идет речь. Вы можете это будете, ну, если захотите вернуться, кто-то может, если в первый раз это смотрит, может вернуться посмотреть это. Я ссылочку сделаю в конце этого ролика, и вам будет очень удобно. Может быть, кто и применит. Ну, я не думаю, что это сильно применимо в домашних условиях, когда 1-2 аквариума, там все очень просто. Хотя, знаете, напрямую шланг канализацию и потом его сматывать, убирать, это тоже очень так удобно, я вам скажу. Ну, у меня помимо этого и еще кое-какие там нововведения были для того, чтобы случайно не переносить из одного аквариума в другой, там, не дай бог, если, конечно, там какая-то бактериалка там, и, ну, в общем, заражение, если как, чтобы не заражать аквариумы соседние. Тоже немного давно хотел уже я это сделать, и все, руки не доходили, и наконец-то у меня все это дошло, и я это все сделал. А сделал я потому что осталось очень много шланга от нерестовиков вот этого пластика, потому что минимальные размеры продавали только 10 метров, мне столько не нужно, я дважды покупал, и получилось, что у меня там 20 метров, и специально покупать для таких вещей трубочек этих, да, как-то у меня времени не было, и рука не поднималась, и, короче, не доходило, да, ни до чего. В этот раз все очень быстро. Сейчас я вам все покажу. Вперед. Друзья, ну, начнем с того, что вот есть такой вот шланг, как у меня раньше он и был. Это обычный сливной шланг для стиральных машин, он такой гофрированный и не переламливается, очень удобный, да? К нему у меня был прицеплен обыкновенный вот такой вот силиконовый
толстостенный шланг, в который я и вставлял вот такие вот трубочки. Только раньше я вставлял пластиковые, белые. Сейчас же я и каждый раз, когда опускал трубочку, я в аквариум, мне нужно было приподнять вот этот шланг, потому как там в нем вода, и мне нужно было, чтобы часть воды пошла прямо в канализацию. И тогда зачерпывалась водичка, и у меня все это чистило. И для того, чтобы вода прекратила вытащить шланг, мне нужно было его переломить. Но, как правило, переломы эти были всегда в одном месте, и зачастую начало трескаться, ломаться, ну, выходить из строя. Вот эта вся система, да, приходилось шланги менять, в общем, неудобно. Что же я сделал? Теперь я вам показываю. Вот есть из той же системы, только немножко больше кран. Если видите, да, подцеплен прямо к этой трубе. И с этой стороны одевается такая трубочка ПВХ, на которую одевается этот шланг. На другой конец одевается вот такой шланг, ой, такая трубочка. Все. Если мне нужно почистить, видите, кран закрыт. Я его просто открываю. И, естественно, вода уходит в канализацию, и я начинаю чистить. Надо мне, закрываю кран. Ой, открыл. Закрываю кран, вода остается в трубе, вытаскиваю. И после этого, если я перехожу в другой аквариум, вот я вам показываю, что же я сделал. Если видите, вот такие крепления я закрепил стеллажу, и каждой линейке, каждому аквариуму у меня вот такая трубочка. Я ее раз и прицепил. Это у меня к этой линейке. Вот видите, у меня к этому аквариуму прицеплена, вот она. Вот я ее снял, одеваю в трубочку и поехал чистить. Почистил, закрепил. В нижнем аквариуме почистил, закрепил. Идем дальше смотреть, что же у меня дальше. Смотрим сюда. Вот она, линейка. Мне надо ее почистить. Вот она, трубочка. Я ее вставляю, чищу. После этого опять вставляю следующую. Перехожу. Вот она, трубочка. Смотрим, что же здесь у меня. Тоже так же, видите, да? Четыре линейки и четыре трубочки. Ну, все то же самое и на тех линейках у меня. И вот, наконец-то, у меня дошли руки, а так мне приходилось. Почистил. Заткнул за батарею, высохло. И другую трубочку, там 2-3 в ходу. И вот теперь я могу беспрерывно все это дело чистить. Видите, я на каждую просто линейку сделал по трубочке. Здесь трубочка вставленная. Здесь. Здесь. В общем, теперь горя знать не буду. Что касается вот этой вот системы, я вам уже говорил, что это находка для аквариумиста, она очень легкая. Краник стоит 140 рублей. Ну, вот здесь переходник единственное, что горденовский я купил, чтобы одеть, утолщение было. Тоже 250 рублей. Все остальное, видите, очень удобно, все подходит, диаметр, конец шланга
одевается только сменная трубка и чистится аквариум. Никакого переноса заразы, никакого соединения, все очень удобно. В общем, ребят, вот этим я и хотел с вами поделиться. Поэтому, знаете, очень удобно, знаете, вот никакие микроорганизмы к вам в дом не заползут вот по этому шлангу. Через кран. Все герметично. Поэтому пользуйтесь, делайте. Очень удобно. Ну вот, друзья, покажу я вам, как это работает все на практике. Вот это та самая трубочка с этим закрытым краником, видите, да? Заранее знаете, что в этом шланге есть вода. Она не ушла в канализацию. Я отстегиваю трубочку, вставляю шланчик, опускаю в аквариум и открываю кран. Открыл. Что мы видим? Я не знаю, хорошо ли вам видно. Но я очищаю сейчас, как видите, от грязи все. Все очень удобно. Все сразу улетает в канализацию. Ну, в ту самую канализацию, которую я год назад вам уже рассказывал. У меня специальная колодец, куда вот эта вот водичка, отработанная из аквариумов, улетучивается. Откуда я потом поливаю деревья, траву. Вижу, что многие моим опытом воспользовались и также берегут воду. Ну и молодцы! Для этого мы и снимаем это видео, чтобы вы для себя извлекали какую-то пользу. Ну вот вы видите, все, как все быстро. Аквариум уже почищен. Сколько прошло времени? И 5 минут, наверное, не прошло. А аквариум уже чистый. И головных болей никаких нет. Вода ушла. Ни грязи, ни пыли, так скажем. Что теперь я делаю? После того, как я почистил аквариум, не вынимая шланга, я закрываю вот этот кран. Все, у меня вода прекратила идти. Остатки сбегают в аквариум. Теперь я могу снять трубочку и поместить ее на место, откуда брал. До следующего раза. Пусть стекает, сохнет, а этот мы будем использовать дальше для следующего. Одевать следующую трубочку. Если мне не нужно, то этот кончик у меня, видите, там водичка все еще льется. Этот кончик я в батарею ставлю. Пусть просыхает. На этом, друзья, позвольте откланяться. Всем желаю добра, счастья, любви. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Делитесь моим видео.
Всем пока!